aşk hikayesi derin ve acı dolu kırık kalpler yaralı bir gönül gece yarısı beni düşünürken sen gidersin gözlerim kan ter içinde yalı çapkını senin aşkın böyle mi İçimde deli bir sancı Sensiz geçen her an yalı çapkını Aşkın yalan mı? Kalbim kırık seninle yok olan hayaller Ah çapkının ah aşık Bir zamanlar delikteydik umut doluyduk Şimdi ise yalnızlığın esiri oldum Bu aşkın sonu yalı çapkını Bir aşk hikayesi derin ve acı dolu Kırık kalpler yaralı bir gönül Gece yarısı beni mi düşünürken Sen gidersin gözlerim kan ter içinde Yalı çapkını senin aşkın böyle mi İçimde deli bir sancı Sensiz geçen her an yalı çapkını Aşkın yalan mı? Kalbim kırık seninle yok olan hayaller Ah çapkının ah aşık Bir zamanlar birlikteydik umut doluyduk Şimdi ise yalnızlığın esiri oldu Bu aşkın sonu yalı çapkını Yalı çapkını Aşkın yalan mı? Kalbim kırık Seninle yok olan hayaller Ah çapkının ah aşık Bir zamanlar birlikteydik Umut doluyduk Şimdi ise yalnızlığın esiri oldu Bu aşkın sonu yalı çapkını Акин хотел убить Сейрон. Ферит пыталась остановить Акина, чтобы он не совершил ошибку, но мы услышали звук выстрела. Кого же Акин, по вашему мнению, застрелил? Да, он убил самого себя. Если вы помните в последнем эпизоде, когда он разговаривал с Сейраном, он сказал, что сначала убьет Сейрон, а потом себя. Я полагаю, что у Акина внутренняя травма, и в следующей серии мы увидим, как он совершает выстрел по себе. Когда Ферит наконец найдет Сейрон и доставит ее в больницу, его сердце будет разрываться от боли и вины. Врачи скажут ему, что ее состояние критическое, и несмотря на все усилия, ребенка им не удалось спасти. Этот тяжелый удар ослабит душу Ферита еще сильнее, он будет мучить себя вопросами, мог ли я сделать что-то иначе? Мог ли я предотвратить эту трагедию? Каждая мысль о том, что он не смог защитить Сейрон, будет как удар ножом в его сердце. Виною за случившееся он возложит на себя всю ответственность, не находя никаких оправданий для своих действий. Сейрон будет переполнена чувствами горя, потери и отчаяния. Она будет испытывать огромную боль и пустоту внутри себя от утраты своего ребенка. Возможно, она будет чувствовать себя виноватой за произошедшее, вопреки тому, что это была независящая от нее ситуация. Ее сердце будет разрываться от горя и тоски, и она будет нуждаться во множестве поддержки и заботы, чтобы преодолеть этот страшный момент в ее жизни. Yeah.
Kimisin sesi duyulmaz oldu, o kırılan aşkın sonlu ruhu. Kalbimde yanan bir ateş gibi, sen yokken yokluk içindeyim. Gözyaşlarım demcelemden akarken sessizce düşün. Yalnızlığın esiri oldum, sensizliği kabullenemem ki. Kalbimdeki kırık parçaları tekrar bir araya getiremem. Aşkımızın sonu burada mı? Yalnızlığa sürüklendik. İkinizin sesi duyulmaz oldu, o kırılan aşkın son. Сезон на небе, твоя любовь для Фирита, вечная пол. Сиран, сиран, ты моё сокровище, в сердце твоём горит любви, светит пол. Антепская фисташка, красавица сиран, сияла красотой, словно роза весной. В сердце ее жила любовь Фериту. Он был для нее как свет во мгле и тьме. Сейран, сейран, и как звезда на небе.